тобой сегодня не случайно. В этот долгожданный день каждый, кто пришел, принес кусочек сердца, огонек души своей. И пускай бокалы наполняют чаще, музыка звучит со всех сторон. Я тебя сегодня поздравляю, друг мой, с этим самым светлым днем. Дорогие друзья, мы находимся на улице Земли Шамшиных. Сейчас Олег Песков приехал к нам в гости ненадолго. Вот он сейчас даст небольшое интервью. Мужики, добрый день. Женечка, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе счастья, здоровья, успехов, благополучия. Главное – здоровье. Жизнь такая штука. Не знаю, что будет с нами завтра, послезавтра. Пока есть возможность, надо встречаться, надо друг друга поддерживать. Я за взаимодействие. Мужики, я вас всех люблю. Жень, с днем рождения. Дорогие друзья, наша съемочная группа находится на станции «Обской залив». Сегодня мы случайно по дороге встретили нашего боевого товарища Сашу Бугаева. Ну, во-первых, как старый соратник, товарищ по службе, поздравляю тебя с круглой юбилейной датой. Желаю тебе самое главное здоровья. Видишь, в каком я состоянии. В каком, каком ужасном состоянии, Шура Бугаев. Самое главное – здоровье и не теряться друг от друга. Ну, а мы наверное, со своей стороны, наверное, ребята, также пожелаем Саше скорейшего выздоровления, чтобы эта рука, она же это ходовая. Да, рабочая. Да, рабочая. Стакан-то мы в ней все время держим, а не в левой же руке. Можно и в левой. Спасибо, Саня. Дорогие друзья, мы находимся в Искитиме, Искитимский район. Улица не знаю. Но это лучшая база вторичного сырья города Искитима. Вообще, скорее всего, Новосибирской области. Где много-много лет бессменным директором работает наш боевой товарищ Серега Душин. Обратите внимание, сколько вторичного сырья. Здесь находятся все рамы Искитима, ну, которые поменяли на пластик. И двери тоже. И двери тоже. Вот видите, какие двери. Я, кстати, все, на все вещи, которые у меня находятся на даче, я беру у него. Обратите внимание, перед вами буквально вот еще 3 сантиметра находится сам товарищ Душин, не, господин Душин. Здравствуйте, господин Душин. Здравствуйте. Как вы здесь живете? Живу отлично. Он уток разводит на болоте. Охраняем. Вон там есть дикие утки, а есть домашние. Так. Охраняем. Ну, судя по его грозному виду, он с автоматом не расстается с 76-го года. Нет, 78-го, наверное, да? 76-го. 76-го года с автоматом не расстается, представляете? Ну, в общем, я вот тоже хочу себя запечатлеть на фоне этого героического нашего друга боевого. Сережа постоянно находится вот здесь. У него, конечно, есть квартира в городе, но база есть база. Он здесь и днем, и ночью. Ну и сами понимаете, позволяет площадь для того, чтобы выращивать вот этих милых, мы сейчас приблизим, вот этих милых уточек. Сережа, у нашего боевого друга Жени Хрусталева на днях, 8 числа, был маленький юбилей. Мы бы хотели, чтобы вы, как директор вот этой базы, поздравили нашего боевого товарища с этим прекрасным знаменательным днем. От всей души чисто поздравляю тебя с днем рождения. Дата красивая, 55, еще по 55 тебе. Чтобы у тебя все было хорошо, все отлично. Верь в нас, мы всегда поможем. Чем можем. Чем защиту поможем? Всегда обеспечим. Конечно, такие автоматы, ничего себе. Смотрите, Калашников, это модернизированный, но новый. Калашников-то уже помер, а автомат-то остался. Ну вот, товарищи, мы заканчиваем интервью, которое мы проводим в городе Искитиме. Погода мешает. Погода нам мешает. Условия очень жесткие, потому жесткие. Что только что был дождь. Сейчас еще он уже идет небольшой. Град. Был град. Но несмотря на это, человек на посту, да. Человек в строю. Да. Силен в строю, силен красив в бою. Точно. Спасибо. Дорогие друзья, мы, как всегда, находимся в конспиративном автомобиле. Но опять на улице нельзя, потому что за нами следят, кругом враги, кругом слежка, кругом видеокамеры. Вот сейчас перед вами боец невидимого фронта Леша Иванов скажет пару ласковых слов нашему юбиляру Жене Хрусталеву. Пожалуйста. Дорогой Женя, с большим удовольствием хочу поздравить тебя с этой круглой красивой датой, 55 лет. Но что хочу заметить, ты очень много сделал к своему этому сроку.
Но я надеюсь, что в 100 лет ты нам скажешь, что ты сделал в 2 раза больше. Для друзей, для семьи. Поэтому здоровья тебе, благополучия, удачи во всем. Всего тебе самого наилучшего. Крепко тебя обнимаю. Женя, успехов тебе, счастья, здоровья, процветания и всего самого наилучшего. Пусть стоит хвост пистолетом. Это был Александр Васильевич Мельников, командир 3-го отделения, 82-я учебная группа. У нас там рыба плещется в багажнике. В общем, мы были на рыбалке. Все, возвращаемся домой. Рыбы полные туиски. Всем привет, целуем. Это репортаж с реки Оби, с берега. Сегодня 3 июня 2014 года. Сегодня день рождения, помимо всего, у Александра Николаевича Мельникова. Да здравствует командир 82-й учебной группы. Ура! Первого взвода. 8-й роты. 80-го года выпуска. 76-го набранного. Александр Николаевич, здравия желаю. Мы с Александром Васильевичем Мельниковым приехали с рыбалки. И вот сейчас поздравляем тебя от души, от имени наших ребят всех, с днем рождения. Вот дают герою всех войн Мельникова Александру Васильевичу. Алло, Александр Николаевич, поздравляю, желаю счастья, чтобы у вас с Дусей все было хорошо. О, главное, чтобы с Дусей. Ну, у меня все отлично, держу хвост пистолетом. Товарищи, мы поздравляем командира взвода. Вот ага, еще раз обнимаю. Мы помним всех и любим, пока, и гордимся тем, что мы помним. Ура! А что это, я не пойму, это тебе запись, что ли, скинуть? Это будет? Был Александр Васильевич Мельников. Наша съемочная группа находится на улице Иванова. Подъезжаем к дому номер 47, где живет и здравствует наш, ну, первый, единственный, любимый командир взвода Александр Николаевич Мельников. Здравствуйте, Александр Николаевич. Здравствуйте, Виктор. Дорогие друзья, обратите внимание, это я. Специально форму одел, думаю, как это, полковник, это просто как колхозник, что ли. Вот буквально маленькое отступление. Как-то меня когда скинули с должности, этот дом еще строился, и мы здесь зимой этот убирали цемент, бетон. Во время... Квартиры убирали, да. Ну не помню, во время зимних каникул. Было такое? Было. Александр Николаевич, ну как? Как настроение? Обратите внимание, какой взгляд, а? Какой, ну, как боевой человек. Вы что думаете? У него сразу чувствуется по его взгляду, по лицу, по глазам, что его ждет прекрасная перспектива в будущем. Александр Николаевич, пользуясь случаем, разрешите мне от имени и по поручению нашего небольшого военного совета, ну, будем говорить, первого учебного взвода, 82-я, 81-я учебная группа первого взвода, 8-й роты, 76-80. Поздравить вас. Ну, правда, с прошедшим днем рождения. Ну, лучше поздно. Да, чем никогда. Александр Николаевич, прими, спасибо. Пожалуйста. Спасибо. А можно я хоть увижу, как... Ага. А, вот это вот наш командир взвода любимый. Жень, поздравляю тебя с праздником. С знаменитым твоим двумя пятерками. Желаю всего самого наилучшего. Чтобы все твои, как модно сейчас говорить, проекты, планы сбылись. И чтобы тебе все эти проекты и планы решались по плечу. Самое главное, Жень, здоровья. Здоровья будет, все проблемы решишь. Спасибо, Александр Николаевич. Дорогие друзья, съемочная группа ГОП ТВ телекомпании НТВ находилась на улице Иванова, 47. Интервью давал не эй, полковник, а настоящий полковник. Спасибо, Александр Николаевич. От студии ГОК ТВ, телекомпании НТВ. Но застало оно меня врасплох. Я нахожусь на совещании, мы подводим итоги прошедшего учебного года, ставим задачи на новый учебный год. Вот. Мы все время работаем. Спасибо. Женя, в твой радостный день праздничный хочется поздравить тебя с днем рождения. Радостно это, во-первых, потому, что ты вступил в наш клуб отличников. Тебе тоже 55, да? Ура! Да? Поздравляю! Поздравляю!
уважаем Николая Николаевича, конечно, нам всегда радостно поздравить его близких друзей. Поэтому от всего сердца, от всей души. Мы, такой красивый, школа 12-60, поздравляет. Лучшая школа Москвы. С днем рождения! Мы далеко, но мы вместе. Дорогой Женя, разреши твой праздничный день, юбилей, поздравить тебя с днем рождения. Мы редко видимся. Нас разделяют 4000 километров. Я нахожусь здесь, ты видишь надо мной пасмурное небо Москвы. Ну, буквально в 2 километрах Кремль. Совещание закончилось, и я могу тебе сказать, что хотелось, конечно, чтобы все мы вместе, прошедшие этот долгий путь, виделись чаще. У тебя все в жизни хорошо. Ты вместе со мной проходил трудный путь курсантский. Я вспоминаю тяжелую работу на железнодорожном вокзале, дежурную комнату коменданта. А сейчас у тебя будет коттедж с бассейнами, птицами и всем остальным. Ты всего в жизни добился. Поэтому пожелать хочется, чтобы мы чаще встречались, чтобы было здоровье, чтобы друзья вспоминались не только, когда нужно отметить такие прекрасные даты, а собирались мы как можно чаще. Нам еще есть что друг другу сказать. Вот, кажется, и все. Удачи! Нам скажут, ваш поезд ушел. Мы ответим просто, что подождем другой. И чтоб на перроне скучать не пришлось, мы накроем стол и выпьем за любовь. И будет хорошо, все будет хорошо, все будет хорошо, я это знаю, знаю. Хорошо, все будет хорошо, ой, чувствую, я, девки, загуляю. Ой, загуляю. Если на утро болит твоя голова, мы скажем прямо, ты не умеешь пить. Ну как некрасиво лечиться одному, но лучше с коллективом выпить по чуть-чуть. И будет хорошо, все будет хорошо, все будет хорошо, я это знаю, знаю. Хорошо, все будет хорошо, ой, чувствую, я, девки, загуляю до субботы точно. Хорошо, все будет хорошо, все будет хорошо, я это знаю. Хорошо, все будет хорошо, ой, чувствую, я, девки, загуляю. Ой, загуляю. Танцуют все! Такое спорт лото полюбила, но не то. Выиграла в любви джекпот, присмотрелась, идиот. Я для всех накрыла стол, есть и перчик, и рассол. Будем мы сейчас гулять, наливать и выпивать. Хорошо, все будет хорошо, все будет хорошо, я это знаю.